Когда в груди зудит от любви и боли, рождается поэзия. Сергей Зубарев говорит, что самая главная строка приходит сама, а вот все остальное стихотворение — это уже труд. Труд автора, дар и крест. Легко ли быть поэтом? Когда поэт настоящий, он не просто пишет стихи, он не просто издает книги. Каждое его стихотворение пишется кровью собственного сердца. Сергей Куприянович Зубарев именно из таких поэтов. Настоящих. Сергей Куприянович родился в Челябинске в обычной рабочей семье. В 3 классе, когда с родителями переехал на Кубань, пошел однажды на рыбалку с соседом. Золотые караси и карпы пробудили его творческую музу. Там столько рыбы было. И вот впервые, видно, там на рыбалке написалось стихотворение. Потом еще два. Когда поделился стихотворениями с одноклассниками, его труд не оценили, и больше стихи не рождались, но... В 9 классе к нам пришла Раиса Захаровна Понурина, учитель литературы и русского языка. И до того она здорово могла рассказать о поэтах, о литературе. Как раз проходили Есенина. Вот, кстати, почему я и люблю ее. И она так это рассказала, с таким... чувством, с таким трепетом, что я влюбился в стихи и начал писать. До сих пор Сергей Есенин – его любимый поэт. Хотя Сергей Куприянович много читает современников, переписывается с авторами со всей страны. Поэзия не просто хобби, это вся его жизнь – диалог с миром. С 2007 года член Союза писателей России. 38 лет назад в его жизнь вошла любовь. С большой буквы. Потому что именно жена – его самый преданный читатель, первый критик и помощник. «А любимый писать мне по нраву. Забывая в тот миг про часы, или просто о вечере влажном и про крик перепелки во ржи, но пройдет инвалид в камуфляже и растают стихов миражи». Однако творчество Сергея Зубарева не мираж. Его читают и любят. От его стихов на душе теплеет и светлеет. В прошлом году Союз писателей России наградил Сергея Зубарева медалью за заслуги в культуре и искусстве.